Естественно, экономические проекты, взаимные инвестиции объективно сближают страны, помогают амортизировать текущие проблемы в межгосударственных отношениях. Однако сегодня глобальное деловое сообщество подвергается беспрецедентному нажиму западных правительств. Какой бизнес, какая экономическая целесообразность, прагматизм могут быть, когда брошен лозунг? Отечество в опасности, свободный мир в опасности, демократия в опасности. Нужно мобилизоваться. Вот это и есть мобилизационная политика. Санкции уже подрывают основы мировой торговли и правила ВТО. Принципы незыблемости частной собственности расшатывают либеральную модель глобализации, основанную на рынке, свободе и конкуренции. Модель, главными бенефициарами которой, замечу, как раз и являются страны Запада. Теперь они рискуют потерять доверие как лидеры глобализации. Спрашивается, зачем это нужно делать? Ведь благополучие тех же Соединенных Штатов в огромной степени зависит от доверия инвесторов, зарубежных держателей доллара и американских ценных бумаг. Доверие явно подрывается. Признаки разочарования в плодах глобализации присутствуют сейчас во многих странах. Пресловутый кипрский прецедент и политически мотивированные санкции лишь усилили тенденции к экономической и финансовой суверенизации. Стремление государств или их региональных объединений тем или иным способом застраховаться от рисков внешнего давления. Так уже сейчас все большее число государств предпринимает попытки уйти от долларовой зависимости, создать альтернативные финансовые, расчетные системы, резервные валюты. На мой взгляд, наши американские друзья просто подрывают, режут сук, на котором сами сидят. Нельзя смешивать политику и экономику, но именно это и происходит. Я считал и считаю, что политически мотивированные санкции были ошибкой, которая наносит ущерб всем. Ну, уверен, мы еще об этом поговорим. Мы понимаем, как и под чьим давлением принимались эти решения. При этом Россия не будет, хочу обратить ваше внимание на это, не будет вставать в позу, обижаться на кого-либо, кого-либо о чем-либо просить. Россия самодостаточная страна. Мы будем работать в тех внешнеэкономических условиях, которые сложились. Развивать свое производство и технологии, действовать более решительно в проведении преобразований. А внешнее давление, как это было не раз, только консолидирует наше общество. Не дает расслабиться, я бы сказал, заставляет концентрироваться на основных направлениях развития. Санкции, конечно, нам мешают. Этими санкциями нам пытаются навредить, блокировать наше развитие, подтолкнуть к самоизоляции в политике, экономике, в культуре, ну то есть к отсталости подтолкнуть. Но мир, хочу это подчеркнуть, я уже об этом сказал и повторюсь, мир кардинально изменился. Мы не намерены от него закрываться и выбирать какой-то путь закрытого развития, путь автаркии, и всегда готовы к диалогу, в том числе и по нормализации экономических отношений, ибо и политических тоже. Рассчитываем здесь на прагматичный подход и позиции бизнес-кругов ведущих стран мира.